Аня, дочка, я много переосмыслил за год, пока мы мотались по стране. Положение, ответственность, долг. Все это ничто по сравнению с самым важным – семьей, твоей жизнью. Прости, что я не понимал этого раньше. Если понадобится, я через сито просею все это засыпанное снегом кладбище, но найду лекарство. А Артем? Артем чувствует свою вину и хочет ее искупить. Я постараюсь проследить, чтобы это не стоило ему жизни. Главное, я снова в метро. И здесь никаким мутантам меня не остановить. Радиация на поверхности — другое дело. Отправляясь сюда, я думал, что беру билет в один конец. Вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. Но теперь, благодаря зеленке, которую нам отдал Кирилл, у нас появился шанс выжить. Ну что, боец, Артем ушел. Буду я тоже готовиться. А я, товарищ полковник. А ты, рядовой, пока останешься на связи. Должен же кто-то координировать операцию. Дело ответственное. Справишься? Конечно, справлюсь. Молодец. Кстати, Орел, расскажи-ка мне пока, как вы тут до бунта жили, когда зеленки на всех хватало. Неплохо жили. Только отец вечно то на задании, то в патруле. Скучал один? Нет. Отец всегда домой спешил вернуться. Особенно на праздники. Новый год последний вместе встретили. Товарищ полковник, ремонтники очень просили напомнить, как до насосов доберетесь, все слизь вокруг выжечь. Ну, с гнилью, считай, покончили. Сам полковник Хлебников за огнемет берется. Смотри, не сглазь. Кстати, об огнемете. Где он? Вот, товарищ полковник. Только осторожно, тяжелый. Знаю. Давление в норме? Должно быть в норме. Проверьте. Если нет, ручка сбоку. Подкачайте немного. Вот так всегда. Вечно все приходится делать самому. Ладно, я пошел. Задайте гнили жару. Так точно, товарищ полковник. Зададим, не волнуйся. Не пуха. К черту! Спасибо. Ух ты, ё-моё, здоровый какой! Я Альха, всем группам. Видел взрослого червя, так что не зевать. Альха, я Красный Один, вас понял. Красный Два, принял. Красный Три, есть, не зевать. Добро. Yeah.
Это красная тревога. Тут трубу прорвало. Вода не дает прожечь проход. Нужны саперы для подрыва. Яльха, красный три, отстави саперов. Ищи вентиль, перекрой заслонку. Как понял? Принято, Альха. Альха, это красный три. Вентиль нашел, двигаюсь дальше. Молодец, красный три. Тяжелейшей борьбе. Придем. Чего-то молодому мозг.
мозги-то засираешь? Ты его трепача не слушай. Червяки, они, может, покусают, но туда и не лазят. Не было таких случаев. Не те это червяки. На мозги и правда смотри, не поел ли ты? Откуда ты частный зеленки жадный? Искупаешься? Облучение, считай, за 3 дня схватил. А дополнительную дозу никто тебе не выделит. А ты чего тут застрял? У тебя топлива не будет? Я на такую густую дрянь не рассчитывал. Спасибо, выручаешь командира. Это для карьеры, говорят, полезно. А гнили и правда густо, я столько не видел никогда. Ага, вот же оно. О, заработало! Ну, пошел я своих догонять, Вячеслав Михайлович. Удачной охоты. И тебе.
Thank you.
Товарищ полковник, у меня ремонтники на проводе. Говорят, вода пошла. Они высылают бригаду. Прикрытие им обеспечат. Так что задачи выполнены. Отлично. Спасибо. Вольно, ребята. Отлично отработали, спасибо. Спасибо, товарищ полковник. Ну, мы, считай, только дожигали после вас. Нечего скромничать. Дожигали они. От имени командования объявляю вам благодарность. Служим оском. Орлы! Ну, разоблачайтесь и домой отдыхать. Так точно. Спасибо. На чем мы там остановились?